Минуло 105 лет со дня геноцида, учиненного армянами в марте 1918 года. Жертвами трагедии стали 50 тысяч жителей Азербайджана. Геноцид 31 марта 1918 года стал одной из самых кровавых трагедий не только в истории Азербайджана, но и всего человечества. Армяне, максимально используя представившуюся возможность, с особой жестокостью убивали ни в чем не повинных жителей, не щадя детей, стариков и женщин. Армянские дашнаки и большевики совершили невообразимые зверства против азербайджанского населения в Баку, Шамахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчеване, Лянкяране, Гяндже и других регионах Азербайджана. Армянские вооруженные формирования сравняли с землей 229 сел в Бакинском уезде, 272 села в Гяндже. В Джинском уезде, 115 сел в Зангезурском Махале и 157 сел в Карабахе. В результате геноцида, осуществленного против азербайджанцев в 1918-1920 годах, большая часть населения, проживавшего на территории нынешней Армении, то есть на землях западного Азербайджана, примерно 565 тысяч человек, были зверски убиты или изгнаны со своих исконных земель. После создания Азербайджанской демократической республики Совет министров 15 июля 1918 года принял постановление создать чрезвычайную следственную комиссию для расследования данной трагедии. На первом этапе комиссия расследовала мартовский геноцид, зверства в Шамахе, тяжкие преступления, совершенные армянами на территории Ереванской губернии. Затем была создана специальная структура при Министерстве иностранных дел для того, чтобы довести эти реалии до мирового сообщества. Руководитель азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции Алимардан Бек Топчубашев в обращении к президенту США Томасу Вудро Вильсону 28 мая 1919 года наряду с другими документами представил также материалы чрезвычайной следственной комиссии. В Азербайджане события 1918 года получили четкое определение – геноцид против азербайджанского народа. Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев.